открывает счет, мы даже на питание не успеваем снять деньги. Конечно же, для меня это был шок. То есть сработала программа, а вдруг не хватит денег даже на питание. Вот. И несколько раз я разрушала сама своими установками, несколько раз я разрушала свой бизнес. То есть доходила до определенного заработка, у меня срабатывала программа «большие деньги – это плохо, у тебя их отнимут». То есть будут какие-то неприятности. И я сама все рушила. И я сама не понимала, что происходит. А потом я анализировала все эти события и, в общем-то, получила ответы на это. То есть наши мысли, они играют с нами на самом деле очень злую шутку. Либо злую, либо добрую. Если мы думаем позитивно, то, конечно же, это доброе что-то происходит в нашей жизни. Если у нас какой-то негатив внутри, какие-то отрицательные установки, то в нашей жизни происходит вообще просто жуть что. И таким образом мы получаем ответы. Сначала это ответы как бы не очень больные, а если человек не понимает, оно повторяется, то оно все больнее, 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 пока до человека дойдет, что он что-то в жизни делает не то, неправильно. И вселенские законы, на самом деле, они срабатывают очень мощно.